Между тем выясняются новые подробности пожара в одной из казарм Морозовского городка областного центра. Выясняется, что сотрудники МЧС изо всех сил старались спасти не только людей, но и всех живых обитателей здания. Напомним, что в начале 4 часа дня в дежурную часть поступил сигнал о возгорании в доме номер 122. К тушению были привлечены 60 человек и 19 единиц техники. Огонь бушевал на площади в 100 квадратных метров. Ситуацию осложняло то, что вспыхнувшее пламя сразу же обрезало дорогу к выходу всем жильцам. Только благодаря решительным действиям спасателей были успешно эвакуированы все 35 человек. И не только. Интернет уже облетело видео, снятое пресс-службой управления МЧС. Оказывается, из казармы удалось вынести домашних животных – собаку и кота. Причем последнему старший лейтенант Андрей Мейстер даже оказал первую помощь, обрызгав водой и дав подышать из кислородной маски.